1978 год. Свыше миллиона пудов хлеба обязались продать государству в этом году украинские хлеборобы. Вместе с отцом Василием Петровичем Лозой школьник Роман Лоза все лето работал на семейном комбайне, и за период уборки он много чему научился. Последние валки пшеницы подбирают комбайны на полях колхоза «Шляхжовня» Чутовского района Полтавской области. Руководители колхоза уже думают о будущем. Идет безотвальная вспашка, земля готовится под озимы. Агроном колхоза Николай Иванович Коломеец в заботах о будущем урожая. На колхозном таку уже готовятся семена сильной пшеницы, сорт «Одесская-51». Доброе семя, добрый всход. –